Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info. Перед нами Redmi Note 8 2021 года. И в этом видеоролике мы вам покажем, как подключить к данному устройству любой Bluetooth девайс. Для этого мы заходим в настройки, а в настройках выбираем пункт Bluetooth. Нажимаем «Включить Bluetooth» и ждем, пока среди доступных устройств здесь появится наш Bluetooth девайс. Если у вас загрузка здесь закончится, можете ее еще несколько раз вот так вот перезагрузить, кликая сюда. И у меня здесь, к примеру, сейчас появится AirPods. Если здесь не появляется ваше Bluetooth-устройство, то вам нужно чаще всего потыкать какие-то кнопки, попробовать их позажимать. Обычно это кнопка питания или прям кнопка Bluetooth, если у вас какая-то Bluetooth-колонка. Если вы не знаете и ваш Bluetooth-девайс здесь никак не появляется, вам нужно прочитать подробную инструкцию именно о вашем Bluetooth-девайсе, как подсоединить его к вашему телефону. Мы же на этом моменте будем заканчивать. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале, а если у вас остались какие-то вопросы, можете писать их в комментариях. Подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.